Погнали. Пушка от тигра стоит? Да. 237 пробоя. Где-то жду, будет Курск, но хватит Курска на сегодня. О, это мой пиздюк. Четвертый час стримлю. Да, надо закругляться. Ладно. Блин, так засейлся, конечно, он хорош. Прям спустился как надо. Зря я здесь стою, на самом деле. Мне 85-ка не поможет снизу, если челленджер пикнет на меня. Поэтому дистанцию держать, наверное. Че, пантера его запушит. Удачно попал мне прям. Так, у меня пулемета-то нету теперь. А, это опять тот тип. А куда 56 делся? Он укатился в закат? Или его убили? А, его убили. Хороший танкист. Тир просто. Вот это я понимаю. Танк на 6-0. Вот это я понимаю, танк. Как вам, нормально, пантерочка-то? Я считаю, неплохо. Стряд пропал.
я считаю, неплохо. Да, пока починимся. Все идет по плану. Да. Слабый танк просто на 6-0. Надо было вот дать 5-7, я думаю, ему. Слабый танк. Однозначно. Ну, это самое, наверное, легчайшее. Я думал, на джамбо легко. Нет. Хотя джамбо, наверное, вообще бы здесь никто не пробил бы. Да. Ну, аплодисменты тому, кто дал 6 нулей в аркаде. В РБ, да. То есть она в РБ, ну, не так играется, как тут. В аркаде она очень часто в топе играет. Практически процентов 80. Вот такой вот бой каждый раз против 5-7, которые тебе ничего сделать не могут, по идее. Все. Единственный тип, который меня пробил, это был... М56, все. Кумулем он мне дал, или под калем, не знаю чем. Ну вот, короче, вот как-то так. Давай десятку сюда.